小妖精怎么怎么甜蜜，这半场旅行一步一步装你在兜里，一路一路胸口暖暖柔柔，是你在心中，想到你就微笑忍不住。爱情，茉莉茉莉甜的空气，想到你就能慢慢元气，磨人的小妖精怎么怎么怎么怎么甜蜜，这漫长旅行一步一步装你在兜里，一路一路胸口暖暖柔柔，是你在心中，想到你就微笑，想到你就微笑忍不住。Как он посмел прийти домой и расспрашивать меня, почему я не сделала мороженое? Какие звонки? Я обещала ему, и потому не могу выполнить обещание. И я нашла выход. Передай через курьера. Но какое совпадение? Я снова встретила его заклятого друга. А где господин Ван? Придурок! Его друзья тоже нехороши. Затем Суму сделал кое-что отвратительное. Мне стоило убежать оттуда. Мы дома. Багаж. Мам. Вот. Лиди, ты должна быть устал. Да все в порядке. Лиди, приходи поужинать. Твой дядя приготовит твою любимую отварную говядину. Мне нужно вернуться к друзьям. О, да. Тогда в следующий раз. Тогда я поеду. Пока-пока. Пока-пока. Удачи. Безопасной дороги. Да-да. Не забудь о завтрашнем предложении. Вот мы и дома. Я где-то видела этого парня. Пойдем, мама, не пялься на него. Пойдем. Разве ты не обещал пойти со мной в кино? Я занят, у меня накопилось много работы. Чем ты так занят? Ты же мне обещал. В следующий раз. А. Надо выполнять обещания или просто не давай их. Вот именно. Он что, больной? Наконец-то мы вернулись домой. Пойду подниму наш багаж. Этот парень выглядит таким знакомым. Кажется, я где-то его видела. Он похож на того сантехника. Мам, сама подумай, как может сантехник жить напротив нашего дома? Это наш новый сосед. И правда. Мама, не придумывай. Я хочу спать. Отдохну наверху. Ты тоже отдыхай. Иди, иди, иди. Современные подростки довольно красивые. Да. Привет. Какой диван тебе нужен? Выбор за тобой. Выбери, какой понравится. Я переведу, как будет готово. Конечно, я дам знать.
Это кто там? Секунду. Почему ты не отвечаешь на звонки? Почему ты здесь? Телефон заряжался, а я не услышала. Я пришла с тобой поговорить. Что случилось? Привет, дядя и тетя. Муму, ты к Деде? Да, я искала ее, но не смогла дозвониться. Я принесу тебе стакан воды, присядь. Вы вернулись как раз вовремя. Я хочу кое-что с вами обсудить. Говори. Дело вот в чем. Сегодня господин Ван из компании Вэйлэй, которая напротив, сказала, что у них завтра вечеринка. Они попросили подготовить прохладные напитки и мороженое на 200 человек. 200 человек? Вечеринка в компании на 200 человек? Так много? Боюсь, мы не справимся. Я тоже думаю, что это многовато. Но он сказал, наше заведение не такое большое, но мы близко, поэтому они выбрали нас. Что он сказал о нас? Небольшое заведение? Кто он такой? Вэйлэй, что большая компания? Папа, у тебя разве нет знакомых? Позвони им. Если не справимся с таким небольшим заказом, как мы сможем оставаться в этой отрасли? Мы должны его принять. Верно. Тьен. Мы бренд, проверенный временем. Мы боремся за честь, а не за деньги. Не дадим им смотреть на нас свысока. Конечно. Привет. Завтра днем ты свободен? О, это здорово. Возьми с собой Хуана из своего магазина. Ничего особенного. Я взял большой заказ. Приходи завтра и помоги мне подготовить мороженое. Конечно. Как только подтвердится, я заеду за тобой завтра днем. Окей. Хорошо. Получилось? Моя дочь права. Они не могут смотреть на нас высоко. Заказ принят. Конечно. Этот Вэйлэй. Они такие дерзкие. Кто они такие, чтобы смотреть на нас высоко? Ладно, тогда завтра утром сделаю для них образцы. Я с тобой. Что случилось? Садись. Зачем столько загадочности? Я только что увидела его у ворот. Кого? Ты сама знаешь. А, он. И что? Я поздоровалась с ним. Но он проигнорировал меня. Он странный. Не принимай близко к сердцу. Даже неудивительно. Это еще не все. Он был особенно странным, когда разговаривал с кем-то по телефону. Что странного? Похоже, он разговаривал с девушкой. И что, если девушка? Это не мое дело. И что он сказал? Я не собиралась слушать чужие разговоры. Я только смутно слышала, что он сказал. Ладно, просто выбери понравившийся диван. Он так балует эту девушку. И еще он сказал. Я перееду, когда будет готово. Он так и сказал. Они хотят переехать и жить вместе? Он больше здесь не живет? Ну и ладно. Разве это не хорошо? Не придется каждый день делать ему мороженое. Разве он тебе не сказал? Зачем мне эта информация? Он позвонил своей девушке в ворот. Он хвастается. Не у него одного есть девушка. Сегодня я хорошо разглядела его лицо. Его Юпитер должен был войти в асцендент. У него явно благоприятное время для любви. К тому же, он будет страстно влюблен в свою партнершу и не расстанется с ней. Его никто и не заставляет. Он никому не нужен, даже если они не замужем. Нет, он нужен, чтобы пережить ретроградный Меркурий. Кому он нужен? Я лучше умру. Видимо, ты разозлилась. Кто злится? Ничего подобного. Я что, злая? Нет. Come on.
точно вывихну ноги этими туфлями. Мне тоже больно. Потерпи. Мы не можем потерять имидж. Мы на месте. Пойдем. Где переговорная? Могу я узнать, кто вы? Мы из... Компания десерта Тянь-Тянь. Мы ваши поставщики десертов для сегодняшней вечеринки. Вы из магазина мороженого через улицу, верно? Да. Хорошо, господин Ван ждет вас. За мной. Господин Ван, к вам поставщики десертов. Хорошо, возвращайся к работе. Это ты? А что не так? Врагам суждено встретиться. Ладно, пойдем в конференц-зал. Давайте здесь. Ладно. Это все вкусы из нашего магазина мороженого. Понравившиеся можно заказать на нашем сайте. Попробуйте. Можешь перестать мычать? Скажи нормально. Что-то не так? Ты менеджер? Да. Попробуй. Я... Попробуй. Сладко? Да. Доверюсь тебе. Ладно, подпишем договор. И все? После подписания можете приступать. Есть вопросы? Нет. А у тебя? А? Никаких вопросов. Цяо Фэй, подпиши с ними договор. Проходите, пожалуйста. Муму, идем, хорошо. Данные сильно отличаются от прошлых. Внимательно проверь. Подождите, смотри, пока вот я распечатаю. Здесь и здесь. Я не должна была так наряжаться. Так неудобно, и ноги болят. Ты уже знала Вана до этого? Враги всегда находятся поблизости. А что случилось? Ван кажется не таким плохим. Он довольно красивый и приятный в общении. Но он придурок. Он ужасный человек. Правда? Я бы не сказала. По первому взгляду не скажешь. Советую держаться от него подальше. Хорошо, распишите здесь, хорошо. Зачем задергивать шторы днем? Что тут скрывать? Ты о ком? Что такое? Запомни, Муму, все мужчины в этой компании отморозки. Пойдем. Она что, имела в виду тебя? Да я ничего ей не сделал. Эта вечеринка проводится, в основном для партнеров. В конце концов, это большой бизнес. Я знаю, что тебе не нравится общаться, но ты главный дизайнер, ты не можешь не прийти. Я знаю. Также,
присоединяются и бывшие партнеры. Хотя ты уже с ними достаточно знаком, вам все равно придется общаться. Все-таки они тебя ценят. Почему это так хлопотно? Не волнуйся, я буду рядом. Управление бизнесом – это не проектирование. Думаешь, покупка одного товара достаточно? С ними по-прежнему нужно поддерживать хорошие отношения. Ты усердно работал целых 2 года. Пора собирать плоды. Отнесись к этому, как к собственной вечеринке. Хорошо, я понял. Не нужно нервничать. Общение беру на себя. Кстати, надо объявить о наших отношениях. Держись рядом. Да. Хорошо. Заходите. Мия, компания логистики уже приезжала сегодня утром. Все почти готово. Отлично. Также приходили насчет десертов. Я все попробовал. Все хорошо. Я их нанял. Отлично. Проконтролируй все детали. Конечно. Я пойду. Вы вернулись? Ну как? Да ладно, всего лишь небольшой заказ. Не страшно, если сделка не состоялась. Мы не высокомерны в отношениях успеха. Будем двигаться вперед. Нас еще ждет долгое путешествие, так ведь? Для нас этот заказ не так важен. Ничего страшного, ничего. Да-да, ничего страшного. Никаких проблем не было. Мы уладили все за считанные минуты. Готовимся к 16:00. Эти две девицы. Они умеют лгать. Тогда я позвоню твоим дядям. Алло, братец. Заказ принят. Можем начинать. Отлично, буду ждать. Привет, Диди. Привет, Диди. Ты идешь? Я скоро буду. У нас большой заказ. Можешь идти без меня. Я не смогу дорисовать. Отложим на другое время. Хорошо. Пока. Здравствуйте, а вы? Мы из компании «Десерты Тянь-Тянь». Десертная зона там. Ваши бейджики, приступайте. Братья, за работу! Хорошо. Вот. Да-да. Почему их еще нет? Твоего Вана? Перестань о нем думать. Что значит моего Вана? Я говорила о твоем будущем. Мне на него все равно. Вау, председатель Мия сегодня такая красивая. Суму тоже сегодня очень красив. Почему они пришли вместе? Они будто бы из дорамы. А разве этот мужчина не главный в вашей компании? Нет, главная в компании – это девушка. Она стала начальницей в таком юном возрасте? Она такая милая. Новая не спровергнет старое. Новое поколение явно лучше старого. Да-да. Так та девушка – председатель их компании. И она вместе с твоим будущим. Он не мое будущее. Дочь, не расстраивайся. Ты еще молода. У тебя все еще впереди. Она, Муму, подготовь здесь все.
Мия! Здравствуйте, господин Лю. Вы так рано. Я не мог дождаться встречи. Спасибо, мы полностью полагаемся на сотрудничество без с вами. Без проблем. Здесь слишком жарко, поэтому я сняла толстовку. Ты... Что? Неплохо выглядишь. Господин Яманака, вы здесь? В ближайшее время мы планируем встречу с компанией Лютай, чтобы доработать дизайн. Прототип будет выпущен примерно в третьем квартале. Муму, принеси мне еще два. Что надо? Ты два дня не приносила мне мороженое. Но я отправляла тебе курьера. Я ем только то, которое готовишь. Его ты. Я и сделала. Принеси мне позже. Ты... Я и так занята. Теперь еще и мороженое ему делать. Что такое? Ничего. Сделайте мороженое для председателя Мии. Хорошо. Не стой. Скорее отнеси. Здесь довольно весело. Пришли все важные гости. Добрый вечер, ваше мороженое. Простите, я не хотела. Простите, я ее не заметила. Все в порядке. Вы такая обеспеченная? Что, не видели, когда шли? Следи за своими словами. Все в порядке, возвращайся к работе. Мне очень жаль. Тебе лучше скорее помыть. Все в порядке. С тобой все в порядке? Я в порядке. Что случилось? Ничего. Тен, у нас заканчиваются ингредиенты. Хорошо. Проследи за всем. Мы с твоей мамой за ингредиентами. Хорошо. Теперь еще тебе делать мороженое. Ты накинул на нее свой пиджак. Зачем мне тебе делать мороженое? Лучше буду кормить собаку, чем тебя. Да-да. А почему ты ешь мороженое? Муму. Теперь мне все ясно. Что такое? Они идеально друг к другу подходят. И зачем мне из-за этого злиться? Послушай, этот гороскоп точно врет. Как со мной может случиться что-то хорошее? Ложь все это. Ладно, ладно тебе. Я рядом. Хочу выпить вина. Эй. Девушка, с тобой все в порядке? Я в порядке. Простите за тот инцидент. Мне очень жаль. Ничего. Главное, все в порядке.
Где мое мороженое? У меня не было времени. Есть время на других, но не для меня? Не видишь, сколько здесь людей? Я говорил о тех двух днях. Два дня назад у меня тоже не было времени. Я помогала другу сделать предложение. Помогала другу? Да, я помогала ему. У тебя же есть девушка. Можешь попросить приготовить ее. Скажи честно, ты съела мое мороженое? Нет. Это моя старшая сестра Мия. Это твоя соседка Тянь-Тянь. Мы все принесли, давай готовить. Эй, ты чего такая красная? У тебя что, жар? Пап, я в порядке. Просто немного жарко. Я прогуляюсь по пляжу. Жарко? Тогда почему мне холодно? Так это девушка и его сестра? Он поцеловал меня на глазах у своей сестры. Может быть, я ему нравлюсь? Может быть и так? Крабик, ты чего здесь? Крабик, знаешь, на что похож? Поцелуй. Ты точно не знаешь. Потому что у тебя не мягкие губы. Давай, я тебе расскажу. Ощущение поцелуя. Такое освежающее и сладкое.你像是的季节，记得海风吹着脸，或许是最美好一段不经意之间，那时理想还没兑现，你就这样闯入我的视线。 总是可以疏忽你，心底却很想念你，这是最珍贵的回忆，与你在夏末里相遇。 在这夜空绚烂的抬起头，那些懵懂无措都送给这晚风，要相信我们能在一起，带着笑。
笑容，道别时不能